Ну что, всем привет. Сегодня, короче, будем строить свой успешный бизнес в игре My Gaming Club. Загружаем игру. Последнее сохранение. Заспариться на прежнем месте? Да, давай, без разницы, все равно тут. Так. Компы, наверное, надо включить. В прошлой серии мы поставили уже второй компьютер. Так, отлично. И тут, наверное, на этом компьютере надо тоже, скорее всего, Steam установить, да? Магазин, Steam. Отлично, давай Steam. Войти. Давай для каждого компьютера, короче, будем создавать свой аккаунт, потому что мы будем добавлять в том числе мультиплеерные игры. Кудахтер. Давай, Кудахтер 2. Вот так вот. Кудахтер 2. Библиотека. Так, магазин. Так. Так, мультиплеерная. Что у нас здесь? Одиночная, одиночная, мультиплеер. А, недостаточно средств на счете. Я понял. А сколько у нас вообще, в принципе, средств? Дай-ка я пополню. Ну, заберу деньги. 149. А на карточке 2 бакса. Я понял. Ну что, надо тогда пополнить и купить мультиплеерных игр. Ну, второй Кудахтер. Давай, где у нас тут банкомат. Использовать. Папам. Положить на счет. Да, и тоже сотку подтвердить. Все замечательно. Сколько у нас? 49 баксов. Надо наушники какие-нибудь купить. Для второго компьютера. Вот так вот. Платить их. Давай, забираем. Я думаю, это какой-то прирост, я не знаю, к деньгам даст нам, что ли. То есть люди, может, больше будут оплачивать свои посиделки в нашем клубе. Так, F. Так, повернуть. Это тут повыше надо вложить, вот так вот, да? Ага. Все, замечательно. Два компа есть. Надо за эту серию, я не знаю, или еще один стол поставить с компьютером таким дешевеньким, или начинать сеть грейдить потихоньку. Но я думаю, сначала имеет смысл, наверное, заставить вот так вот. И потом уже потихоньку их грейдить. Мужики, а что вам там? Не понравилось что-то? Типа нету игр или что? Так, а что у нас с едой в автомате? Ну, ее мало, но она есть. Ее мало, но она есть. Так. У нас тут вроде пол чистый. Хотя прошелся, блин, уже. Чуть почистим. Так, ладно, и давай, короче, купим реально игр пару. Онлайн. Библиотека, магазин. Так, мультиплеер. Купить. Господи, как же некрасиво она. Вот эту купить. Я сейчас просто до упора буду покупать. Пока деньги не закончатся. Даже хватило. Установить. Все, он там качается. Сейчас оно быстро очень поставит уже. Все. Замечательно. Давай выходим. Сколько у нас на карте? У нас на карте 6 баксов. Так, а что оно там? Открыть. Взять. Положить. Закрыть. Все. Так. 32 доллара. Сейчас просто нужно пофармить немного. Вот так вот. Давай, возьми денежку. Я не знаю. В магазине я особо много там не закуплю продуктов. Но можно, в принципе, съездить. Даже не так. Даже могу прогуляться пешочком.
Тут, в принципе, сколько идти, там, метров 100. Подышим свежим воздухом. Посмотрим на местные достопримечательности. Открыто с 7 до 12. Примерно замылено так. Рай Клиник Сервис. Короче, автомойка. Не автомойка, а что они там моют что-то. Чистят, вычищают. Может, мебель, я не знаю. Все что угодно. Так, нам следующий поворот. Возьмем эту корзинку в руках, дотащим, в принципе. Кстати, странно, что она там в корзинах прямо, они типа в пакет там укладывает. Можно было быстренько там взял, так, автомат положил там или куда-нибудь в холодильник себе. Типа было бы вообще замечательно. А, так, так. Так, 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 так. Пивас. Сок. Ну давай молоко. Одно. Вот эта фигня здорово повышает настроение. Так, мне же хватит, я надеюсь. Ну конечно, блядь, не хватит мне, да? Давай вот так. Все, по нулям я прям ровно. Ну что, понесли назад. Я, в принципе, как и в прошлой серии, наверное, сразу всю корзинку кину в этот холодильник, чтобы там не расфасовывать. Оно типа и так определяет. А тратить на это время, ну, как-то не очень хочется. Это как-то долго и неинтересно смотреть на это. Давай, его почти уже принесли. Продукцию нашу. Это залог успешного бизнеса. Слушай, а мне вот интересно, вот у нас вот есть гараж, да? А как-то его расширить, может, можно потом, в последующем. А, F. Давай вот так вот поставлю. Все. А, использовать. В принципе, можно чуть-чуть вот так вот повысить цену. Все, нормально. Они все равно покупают. Вот это вот самый ходовой продукт. Посмотри, даже пива купил. Вот, пивас взял себе. Так, открыть. Взять. Не. Давай вот так поставь. Пофиг, что он там рассыпается. Главное, что оно внутри. И главное, что люди это покупают. Так, вот семерка, 14. Так, а что если мы начнем? Давай так, короче, стол, стул и там системник. Системник уже будем собирать чуть мощнее, чем у нас сейчас есть. У нас прибыли стало, ну, по идее, в два раза больше. Типа, два компа в два раза больше. А, давай еще так, я хотел сейчас глянуть свой телефон. Камера. What? Nothing. Кошелек, заметки, мой клуб. Наверное, мой клуб. Ну, типа, их даже несколько. Нет, не хочу я покидать. Так, вот. Они вот жрают 7 часов, 7 долларов в час. Там вот мужик сидит. Отзывы. Есть некоторые нюансы. Без комментария, игры не хватает, конечно, это печально. Вирусы вообще отдельная тема. Слушай, у нас есть вирусы. Надо что-то, наверное, с вирусами поделать. Использовать. А антивирус? Пить сколько будешь стоить? Пятнашку, да? Мне, наверное, не хватит. Это да, это деньги надо еще пополнять. Типа максимально 160. А я там, слушай, видел магазин, вот этот тот клинер, но он стоит типа тридцатку, так, покупки, установленные. Ну да, ну по-любому, короче, надо нам деньги на счет, которых пока у нас нету, скажем так.
И тут как-то можно типа покидать этот клуб потом. Расширяться. А где я могу расшириться? Я тебе могу, может, давай этот гараж купить. Подожди-ка, что-то там было, по-моему. Что-то было. Типа, наверное, можно войти сюда как-то. Да нет, вроде. Пам-пам-пам. Я типа думал, может, такую гаражку можно купить. Здесь? Нет? Нет. Ну, конечно, игруха может пока в бетке находится. Типа, пока доступно только этот маленький гаражик, но... Ну, будем смотреть по ходу геймплея, по ходу процесса, да? Вот это вот что-то здание такое вот открытое, такое большое. Что-то вообще такое. Меня сюда даже не пускает. Подожди, у нас там в компьютерах, короче, же были браузер. Может, через браузер надо зайти и посмотреть. Может, там, типа, онлайн, покупка помещений, все дела. Давай глянем. Вот так, хуяк. Браузер. Слушай, что-то браузер не открывается. Или чего он? Типа, чтобы, наверное, курс народ играл. Ясно, понятно. Так, ладно. Денежка собирается. И, собственно говоря, новый стол покупается. Здорово, мужик. Так, 26, 13. Пойдет, пойдет. Давай оплатить. Возьмем. А, так, X взять. Взять. Все, отлично. Самый простенький стол, самый простенький стул. Табуретка, даже не стул, правильно сказать. Давай тебе сюда. А, так. Я помню, тебя вроде ворочить надо было. Надеюсь, этой стороной? Нет, не этой. Так, давай переверну тебя в другую сторону. Так вот, плотничком. Отлично. Взять, поставить. Ну и чё, и новый компьютер надо собирать. Опять находили уже, наследили мне. С ними грязными ножищами. Нам тут деньги есть всегда куда потратить, потому что тут эти софт там типа, антивирусов надо. Давай сделаем тут немного чище. Корзинки там еще есть продукция. Я не знаю, что, кстати, мне потом с этими пустыми корзинами делать. Надеюсь, их как-то можно уничтожать или давать хотя бы. Такой дютер, что я здесь тоже, блин, хожу, блин, и слежу тоже. Все, так, денежку давай сюда, на кассу. Собрать. Ну, 38 есть у нас. Давай швабру в угол. Что у нас по потребностям? Счастье, улина, голод. Слушай, а мы сами уже хотим есть. Так, открыть. Не понял. Я понял, корзина, короче, мешает. Давай открыть. Давай, в принципе, похаваем. Вот это вот нам счастье даст еще. Угу. Давай тоже компы попитаемся. Слушай, ну он как гладит, я тебе скажу так. Я вообще это все должен реализовывать, блин, а не сжигать вот так вот. Убивай. Короче, надо будет масло дошками закупиться и остальной продукции потом. Потом сейчас не в плюсе, а не в минусе.
Так, что я хотел? Ну, стол купил, стул купил. И системным блоком пойти посмотреть. Так, ну-ка, здорово, мужик. Что у нас тут есть? Аккумуляторы. Так. Ну, типа такой вот уже, да? 38 у нас есть. А давай, слушай, что мы теряем. Давай сюда. Уже таки получше компьютер будем покупать. Ну и потихонечку будем его собирать тогда. А, так. Установи его пока сюда. А, взять. Сюда поставить. А, поверни, пожалуйста. Все, вот стой пока вот здесь у стенки. Ну, он просто посолиднее выглядит, чем этот какой-то там. На Pentium похожий компьютер. Так, еще денежка. Девятнашка. Ну, деньги, да, деньги как-то медленно пока фармятся. Внучка такая спокойная, спокойная. В игре реально какого-то коврика не хватает. У них хотя бы ноги затирали, чтобы поменьше грязи оставалось в голове. Так, что там сзади? Там пивас убежал. Все, вот так вот. Поставь швабру. Надо сходить. Да, собственно говоря. Ну что, мужики, давайте деньги несите. Что там играешь? Это типа дотка? Да, это типа дотка. Это просто в сайты смотрит. Я понял. Ну, короче, что у нас тут остался? Пивас. Что это? Это сок. Ну, извините, блин. Сейчас бежать в магазин. У нас денег столько много нету. О, системник, ну как, корпус от системника купили. Стол, стул. Что да, надо пока подфармить, подождать. Да, еще тут кэшеремонтик такой не помешало бы сделать. Так, а выключатель, он никак не взаимодействуется. И вот интересно, вот эти вот деньги, которые там... Подожди, навыки. Это просто мои навыки, да? Сила. А как оно качается? Показатели. Упс. Я немного не понимаю, как оно качается. Так. Давай телефон положу в телефоне. Морфеус, так, ну 7 баксов в час. Это уже насидел на 13, на 9. Не, ну я понимаю, слушай, там же вот домой. Карта, давай карту поизучаю пока. Карта у нас небольшая. Так, здесь почта, тут магазин, это понятно. Тут художная какая-то. Наверное, мне может стоит пытаться тут. Тоже пока непонятно. Здесь мебельный. Все остальное, скорее всего, онлайн покупается. Вот eBay. Давай eBay, слушай, поизучаю.
Главное. Категории. SSD, кулеры. Оперативка, короче. Понятно, профиль. Еще штрафы есть, так. Уведомления, продажи, разместить объявление. А что я хочу продать? Корзинку, что ли? Дай, конечно, прикол попробую. А, так. Па-па-пам. Домой? Это контакты. Они не открываются. Сообщение, звонить. Тоже, давай камеру. Продам корзину, называется. А, так, домой. eBay. Продажи, разместить объявление. Давай вот это. Товар не распознан. Короче, корзинами поражить не получится. Это выяснено опытным путем. Ну что, денежку оставили мне? Денежку оставили. Можно, конечно, сделать ход конем, типа поднакопить немного. Вот это вот старье продать. А, короче, вместо этого старья купить что-нибудь поновее, получше и сюда уже поставить. В принципе, как вариант, такое возможно. Пусто. Ну, народ, короче, не хочет скупать пивас. Давай, короче, что? Ну, 5 пошли в магазин тогда, получается. Бензин все это тратить пока не буду. Мне там много чего вести не надо. В принципе, можно и пешочком прогуляться. Давай, уже почти пришли. На следующий поворот. Интересно, сколько, блин, 1,5 минуты. Бегом, причем. Тут много, конечно, всяких зданий. Вот просто что будет, когда я там, ну, вот вообще там все заставлю. Все это в гараж. Давай, похавать, короче, надо взять им дошики всякие. У вас у меня достаточно. Вот они шоколад еще любят. Спрайты всякие. Вот эту херню возьму. Плейн у нас возьму. Пофигу. Ну чё, денег хватит мне? Денег мне хватило. Ну давай, пока есть деньги, еще одна 21. Вот, соков. 10. Вот так. И какую-нибудь херню такую возьму. Так, это я перестарался немного. Ага, вот так вот. Блин. А что, так можно было? Оно все в одну влезло. Прикинь. Слушай, ну тогда тебе эту корзинку оставь. Слушай, давай заодно и проверим. Может, эту корзинку реально продать как-то можно. Я просто не знаю, что тут. Взять, поставить, вращать отмены, выключить привязку. Подожди, я что-то обойду все вокруг, посмотрю. Скорее всего, эти корзины можно выкидывать как-то... Так, короче, забирать эту корзину, блин, не нужна она, мне не интересно. Вот. Возможно, как-то можно выкидывать в мусорный ящик их. Но я надеюсь, по крайней мере, на это. Типа, продукты мне все равно придется же покупать, да? Что мне потом с ними делать, я не понимаю. А, почти пришли.
Пусто. Ну, просто никто уже ничего не покупает. Давай. Удемс. И вот так вот закрыть. Все, продукция есть. Должны покупать уже. Да, денег нету. 7 долларов в общей сумме. У-у-у, тут повыпадало, слушай. Давай поставлю пока. Все равно делать особо нечего. What fire? Просто я уже думал, что горит. Так. Я, конечно, понимаю, для чего эта лесенка. Типа, что подставил такой и, короче, сверху положил. Но пока вроде места хватает. Давай, подожди, похаваю сам. Утолю, так сказать, голод. Вот сюдемс. Ну, возьми пива, слушай. Давай, ладно, выпью. Это жарко тоже есть. Оно заодно еще счастье вроде повышает. Да, там десяточку дает. Так, ну затем пивасом я уже не дотянусь. Вообще никак. Ладно, давай закрыть. А, типа не закрывает из-за того, что корзинка тут, да? Давай корзинку подальше, короче. Пихну. Тихо, 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 тихо. Давай. Собственно, тушка не получится его, да? Ну да, конечно, блин, просто выпадало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо все это. Все, вот так. На год нам все равно все разберет. А когда он разберет, уже потом можно будет там убирать эти корзины. Типа, да, может, оно так не очень выглядит, но главное, что работает. Взять жажду, голод. Ладно. Нам пока хватит, нам сейчас деньги важнее. Так, ну все. Можно закрывать. Можно торговать. Мармелад вот этот, можно еще поднять цену. Ну, я думаю, уже на этом хватит, типа, поднимать ценник там. Да год, вы где? Или это, типа, вы из-за вирусов сюда не ходите на компьютерах? Ну, давайте, ну, приходите, народ, давайте, давайте. Давай, мужик, заходи, заходи, заходи. Пойдешь на превьюшку? Ой, серьезно, а? Слушай. Ну, стопудово хочет на превьюшку. Так, это... Что у тебя, тут никаких обновлений нету? Может, этот туалет как-то можно купить? Или, типа, может, сюда могу ходить в него? Ну, давай. И... Да, слушай, это надо сюда ходить, чтобы у него не падало это настроение. Это вообще на самом деле очень странно выглядит. Типа, ходить к соседу в магазин. Просто ради туалета. Сколько обои стоят? 28, 24, 40, 32, 18. Так, это типа деревянный пол, да, будет? Белый деревянный, такой, такой, такой. И просто белая плитка, да? Ну, я не знаю, нам там денег не хватит, конечно же. Ну да. А вот, что-то прикольное. Так, убрать... Ну слушай, вот это уже выглядит поинтересней.
Хотя вот эти вот просто три черных, я не знаю. Можно, я так понимаю, наверное, вот так вот можно по кусочкам это вставлять. Ладно, когда денег больше будет. О, слушай, так мусорка у нас, наверное, тут. И сюда, наверное, можно утилизировать эти красные, короче, корзинки. Давай попробуем. Так, я не сюда пришел. Мне следующее. Так, мне деньги там кто-нибудь принес? Ладно, хорошо, убедили. Давай уже поставлю вам тут. По-человечески. Давай вот так. Бери, ставь. Бери, ставь. Бери, ставь. Бери, ложи. Ложи. Ставь. Уноси. Закрывай. Деньги собирай. Пусто, блин. Никто ничего не покупает, слушай. Ну, пятнашка есть. Тогда попробую до мусорки отнести, короче. Так. Что-то оно не работает, как я задумывал. Ну, где деньги? Деньги, деньги, деньги давай. Время, деньги, понимаешь? Вот и шам купил. Ну, люди там покупают, там газировочки всякие себе. Давай, давай, набирай. Это гроба. 7 баксов себе. Сюда. Что-то мейкап рубишься, да? Это фармить, чтобы майнить, и майнить, чтобы фармить. Как-то так. Так, ну. Пустой системный блок у нас есть. 360. Это типа ущербные самые видюхи. 130. Так, ну такое добро мы пока не тянем. Наверное, да, надо пока... Сколько у нас там? 25. Блин, одного бакса не хватает, слушай. Может, бакс, может, один скинешь мне? Чисто по-братски. А давай попробуем, знаешь, какую фишку? Я просто мышку куплю поновее, вот. Поставлю, продам. Скорее всего, наверное, она может на почту она будет тащить потом. Давай я вам мышку поставлю хотя бы кому-нибудь там поновее. Давай сюда мышу эту взять. Вот так вот. Я думал, сейчас сюда пересядет. Что-то тебе мышка не нравится. О, просто поближе надо было ее ставить. Сейчас, смотри, пересядет, не? Не, не пересел. Мышка, мышка решает. Ну, 17 бачей. Опять тут последили. Свинтусы. Иначе вас не назовешь. Мы дело все вытираем. Тут грязнули, а? Мне такое чувство, что я сейчас сам хожу, блин, и сам за собой, блин, убираю. Все, чисто.
Пусто, на столах пусто. Ну давай, подожди, телефон. Домой. Камера. Вот это я могу удалить. Фото. Мышка. Так, потом eBay. eBay. Так, разместить объявление. Товар не распознан. Ну, в смысле, вон же мышка лежит. Наверное, ее как-то на полу, может, надо фоткать. Взять. Телефон. Камера. Фото. Ага, так. eBay. Разместить, выберите фото. Мышка. Товар не распознан. Или типа там мышки, они считаются вообще типа настолько херня, что их... А как тебе, слушай, фотографировать? А, ну подожди, давай так. Телефон, домой. Камера. Так, а так он, слушай, не приближает. Типа на Ctrl. Вот давай поближе, вот сюда вот поставлю ее. Давай еще фотки сделаю. Вот прям сюда. Это типа что, можно зумить или что? Да, можно зумить. Вот, мышка. Давай, домой. Так, eBay. Разместить. Так, фотка. Вот это. Товар не распознан. Вот это. Ладно, давай еще раз. Давай на полу и зазумлю. Прям вот так вот. Камера. Фото. Ну вот, вот, мышка стоит, блин. Обычная мышка. Домой, eBay. Разместить, выберите. Товар не распознан. Не хочет продавать эти мышки. Ладно, что могу сделать? Тут на самом деле вопрос утилизации очень так ярко стоит, потому что, блин, ни с корзинами, ни с мышками, блин, что-то ничего сделать не получается. Ну, 3 бакса зато есть у меня. Чё, ничего не купил? Ничего не купил. Подошел, постоял, посмотрел. Ну, давай, я не знаю. Вот, черную куплю. Посмотрим, что я с ней смогу сделать, с этой плиткой. Ага, я понял. Ну да, как я вот и думал. Хуяк. Квадратиками сделаем. Тогда, слушай, надо еще немного черный и белый тогда надо купить. Так, ну это нужна денежка. Пусто. Давай уже оплачивай счета. Хочу небольшой отрезочек сделать красивым хотя бы. Сюда поставлю. Ну, оплачивать будете? Давайте, 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 быстрее, 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 быстрее. Чё там уже насидели, интересно? Так, давай не eBay, давай, подожди, кошелек. А чё я не могу свой кошелек открыть?
Ладно. Так. Мой куб. Вот. Он типа слез там с компьютера. Чуть оставил мне. Что, погнали, еще плитку куплю немного. Какую-нибудь беленькую. Так, давай беленькую. Я не посмотрел, сколько он там стоит. Ну, в принципе, недорого стоит. Давай еще тогда, в принципе, беленькую возьму. 15. Так, ладно, я думаю, мне хватит. Не-не, слушай. Давай, вот так. Вот так вот, погнали. Так. Это белое, да? Вот так. И это белое. Ну что, по красоте делаем. И вот смотрите, как хорошо грязь теперь видна. Ну, не вытягивать надо, потому что. Ладно, не навытирают, блин, они все равно тут будут ходить, они будут топтать. Вот один прошелся, блин, с Винтус. И уже опять грязно. Так, это ты мне сюда, давай. Еда есть. Ну, еда есть еще, в принципе. Не полное разнообразие, но хватает. Че там? Смотри, корзина исчезла. Слышь, короче, мусор можно сюда сносить. Он действительно так работает. Все, короче, корзинки, коробки вот эти вот, все сюда идет. Вот так. Мышка, наверное, потом эта голимая тоже туда пойдет. Да, вывоз мусора здесь присутствует. Ладно, короче, давайте на этом серию я закончу. Вот, уже, в принципе, достаточно долго идет. Я с вами был Зазепом. Всем пока.